Кондитерский тренд этой осенью – десерт Cake to Go. Как там говорится, все новое – это хорошо забытое старое? Или этот тренд уж очень похож на трайфл? Давайте разбираться, в чем их отличие и есть ли они вообще. Я думаю, что прям супер разницы между этими десертами нет. Они оба собираются порционно, в стаканчиках, ну разве что трайфл только в прозрачном, а Cake to Go обычно в кофейном стаканчике. Вот прям супер разницу я вижу только в вопросе их предназначения. Cake to Go – это как бы десерт на вынос, но у меня здесь к нему есть некоторые вопросы. Точнее, только один. Вы часто покупаете себе тортик в стаканчике, чтобы съесть его подобно, как вы выпили бы кружку кофе? Я нет, но идея сама по себе очень прикольная. Трайфл сам по себе же это более что-то праздничное, более что-то нарядное и подходящее под торжество. Поэтому мне кажется, что на него спрос будет больше, потому что праздники, они были, есть и всегда будут. Вообще очень интересно наблюдать, как кондитерская мода смещается в сторону упрощения. Но это и хорошо, потому что старые десерты приобретают новые виды. А как вы относитесь к подобным трансформациям?